в жопу. Кто это там развалился? А может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Нам помнится в вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корови, му-му-му-му-му-му-му. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило. На ель она взлетела, а может не взлетела, а может быть на пальму с разбега взобралась, и там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать, спокойно собралась. Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой, а может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой. Послушайте, ворона, а может быть собака, а может быть корова, но тоже хороша. У вас такие перья, ой-ой-ой-ой-ой-ой, у вас рога такие, ай-яй-яй-яй-яй-яй, копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споете, да-да-да-да-да-да, а может быть залаете, да-да, а может замычите, да-да-да-да, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат, а может быть вручат. Иглу моя ворона, а может быть собака, а может быть корова, как что-то запоет. А сыру той вороны, а может быть собаки, а может и коровы, конечно же, упал и прямо на лисицу. Чего вы кидаетесь? А может и на страуса, а может и на дворника. Немедленно попал. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз. Кто это там развалился перед экраном? В жопу.